Для нормального управления транспортным средством многим водителям необходим полный контроль салона авто. Отсутствие контроля, происходящего за спиной, зачастую ведет к полному рассредоточению и потере управления. Избежать страшных последствий поможет уверенность в том, что ребенок, находящийся в авто, надежно зафиксирован. От дорожно-транспортных происшествий не застрахован никто. Каждому водителю нельзя быть уверенным, что именно с ним ничего не случится. Поэтому главным критерием безопасности автокресел является защита ребенка при ДТП. С каждым днем на наших дорогах увеличивается количество автотранспорта. Люди пользуются им постоянно, съездить в магазин или отвезти ребенка в школу или в детский садик. Соответственно, ребенок требуется в повышенной безопасности в автомобиле, так как является самым уязвимым в ней. Для этого созданы сертифицированные специальные детские удерживающие устройства, или сокращенно детские удерживающие системы, ДУС, применение которых значительно снижает риск повреждений и травм. К примеру, по статистике, применение детских удерживающих систем в возрасте от 0 до 4 лет, установленных по ходу движения, снижает риск травматизации на 40%. В той же возрастной группе от 0 до 4 лет детские удерживающие системы, установленные против хода движения, снижают на 52% риск повреждений. В возрастной категории от 5 до 9 лет пристегивание их ремнями специальными детскими треугольными накладками снижает риск травматизации на 64%. Используйте автокресло, сохраните жизнь своему ребенку. Позаботьтесь о близких, пристегните ребенка в машине. Вчера листовки с таким содержанием были розданы родителям возле детского сада «Аула Кашихабль». Сегодня в ауле Кашихабль проводится практическое мероприятие «Детское автокресло». Целью данного мероприятия является агитация, пропаганда и использование детских удерживающих устройств детского автокресла водителям при перевозке детей 12-летнего возраста. Далее инспектор по пропаганде проверял у всех родителей наличие автокресел в машинах и разъяснял им его необходимость на сегодняшний день. У вас уже на автомобиле ездите, да? Стоит у вас автокресло? Да? Вы знаете, да, как пользоваться? Регулярно. Вы пользуетесь регулярно, я вам просим вот присутствие врача для избежения дальнейших травм при передвижении. С детьми детское автокресло обязательно его используем до 12-летнего возраста.